В интернете нередко можно услышать слово «подкаст». Но что оно означает? Зачем нужен подкаст и как им пользоваться? Для начала разберемся с тем, что такое подкастинг. Подкастинг образовано от двух слов – iPod – портативный медиапроигрыватель от компании Apple, и Broadcasting – повсеместное вещание. Подкастинг – это процесс создания и распространения аудио и видеофайлов в стиле радио и телепередач соответственно в сети интернет. Говоря простыми словами, подкастинг – это вещание в интернете. Сам продукт, который получается в результате подкастинга, и называется подкастом. Подкасты делаются на определенную тему и, как правило, имеют периодичность издания, например, раз в неделю. Впервые термин был использован в 2004 году. Тогда же появился и первый подкаст. Говоря простыми словами, подкаст – это отдельный аудио или видеофайл, публикуемый в интернете на определенном сайте с возможностью подписки. Важно понимать, что основа подкаста – это именно аудио, даже если он выложен в формате видео. Видеоряд может представлять из себя съемку с одной камеры всех участников подкаста или даже не связанное с темой подкаста видео. Человек, который занимается подкастингом, называется подкастером. Он записывает свои подкасты и загружает их на подкаст-терминал, то есть сайт, который поддерживает загрузку, хранение и воспроизведение аудио и видеофайлов, а также имеет функцию подписки на определенного подкастера. Как происходит создание подкаста? Автор определяет идею, тему и составляет краткий план. Далее следует подготовка оборудования. После этого происходит захват звукового сигнала, то есть запись подкаста. Затем необходимо провести монтаж, если подкаст идет не в прямом эфире, удалить шумы и помехи, сделать звуковое или музыкальное оформление, синхронизировать звуковые дорожки. Файл готов. Теперь его необходимо опубликовать на подкаст-терминале. Заниматься подкастами не так уж и просто, так как нужно иметь хорошо поставленную речь, четко излагать свои мысли и быть или стать известным медийным лицом, то есть набрать аудиторию для своих подкастов. А на этом у меня все.